делается попытка посмотреть, насколько МИМ позволяет уменьшить пусковой ток. Пользуемся клещами. Мой прибор, максимальный ток потребления, почему-то всегда показывает примерно так, почти 5 ампер. Поэтому я подключил клещи, у которых максимальный ток можно увидеть до 10 ампер. МИМ с лампочкой в 25 ватт галогенные. Используем сенокосилку. Мощность у нее примерно где-то получается по измерителям 250 ватт. В общем, ток потребления в нормальном режиме у меня около 1,5 ампера. Вот посмотрим, какой у нас получается бешеный пусковой ток. Сейчас одной рукой попробую включить. Вот посмотрим, сколько будет она брать. Итак, подготовились. Так, не вышло еще раз. Попробую еще раз. Может быть, плохо было видно. В общем, перевалит за 10 ампер. Так что говорить, что МИМ уменьшает ток при запуске двигателя, не выходит.